На портале «Добродел» в течение апреля будет проходить голосование по выбору общественных территорий, где требуется проведение работ по строительству систем наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в 2023-2025 годах. До 1 мая жители региона, в том числе Одинцовского округа, могут оставлять свои предложения и комментарии, которые будут рассмотрены при утверждении адресного перечня проекта «Светлый город».